Всем привет! Вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах. Сегодня мне исполнилось 49 лет. Я действительно классно живу. У меня есть жена, у меня есть дети, у меня есть работа, любимая работа, у меня есть любимое занятие. Вот с часами я занимаюсь, там, со смартфонами, с компьютерами. Ну, как бы есть машина, есть, ну, все, что надо, есть у меня. Все вообще, все. Но так было не всегда. 19 лет назад... Это было в 2005 году. Я был совершенно другой личностью. Я был полностью антисоциальный человек, который постоянно сидел в тюрьме, который на тот момент уже был где-то лет 15 или 16, зависим от наркотиков. Вообще разбиты все связи с роднёй. Ищет постоянно полиция. Еще какие-то там всякие люди ищут. Это 90-е годы, сами понимаете. Вообще абсолютно потерянный, не знающий, что делать, вот только-только освободившийся опять в очередной раз. Разбитый полностью, я не знал, что делать. И как бы так, последняя инстанция, куда я обратился за помощью, я пришел в церковь. Пришел в церковь, там было собрание. Люди, глядя на меня, сразу поняли, какая у меня проблема. Как бы это, ну, отпечаток конкретный был на моей жизни. И они мне сказали, тебе надо помолиться, тебе надо попросить помощи у Господа Иисуса Христа. Ну и, естественно, покаяться за свою вот такую вот никчемную проведенную жизнь. Что я и сделал, как бы по-своему. Мне никто там не учил, мне объяснили, что сделать это своими словами. Я обратился, помолился, как бы попросил, говорю, и, Боже, если ты есть, помоги. И знаете, самое интересное, что произошло? Я только через 2 недели... как бы вот понял, что оказывается я уже 2 недели не курю, не пью, не колюсь, не матерюсь. Представьте, 2 недели от меня все это отошло как-то вот просто вот так вот, без каких-либо проблем. Знаете, как будто я этого и не делал никогда. Я вообще не напрягался в этом вопросе, чтобы бросить курить там или как. Просто оно раз и ушло. Тогда я понял, что Бог действительно есть. Потом моя жизнь стала исправляться. Я никогда не работал вообще, в принципе, пошел в работе грузчиком сразу. А не, сперва на туалетную бумагу, потом грузчиком, потом дворником, потом охранником, строителем. И на данном этапе я работаю начальником охраны на заводе со своим прошлым. Понимаете, это нонсенс какой-то, но так и есть. У меня есть семья, у меня есть дети. И все это благодаря Господу Иисусу Христу. Ну и, естественно, самый главный подарок, который дает Бог в Иисусе Христе, это вечная жизнь. Ну и если ты, дорогой друг, который меня сейчас смотришь, вдруг у тебя в жизни какие-либо проблемы есть, я тебе даю выход. Он есть. Обратись к Богу через Иисуса Христа. Обратись к Иисусу Христу. Попроси Его о помощи. 100% Он слышит такие молитвы и отвечает. Поэтому не забывай, что выход он всегда есть. И дай Бог тебе, чтобы у тебя в жизни было тоже все отлично. Чтобы было здоровье, чтобы была нормальная социальная жизнь. Потому что если ты в зависимости, ты вышел из этого пагубного влияния, дай Бог тебе здоровья и всего остального. Ну и спасибо за поздравления, конечно. Пока.